Он стоит в сквере на Лермонтовском проспекте около обводного канала. Его автор – Михаил Микешин, создатель памятников «Тысячелетию России» и «Екатерине II». Скульптор изобразил Лермонтова сидящим на скамье в гусарской форме, с небрежно накинутой на одно плечо шинелью и книгой в руке. На пьедестале с лицевой стороны находится барельеф с изображением античных воинских доспехов и лирой, окруженной венком славы. Под ним надпись «Михаилу Юрьевичу Лермонтову» и даты 1814-1841. На тыльной стороне постамента перечисляются основные произведения поэта. Слева и справа – по гранитной скамье и жертвенному светильнику на львиных лапах. За спиной поэта – здание Николаевского кавалерийского училища, которое Лермонтов окончил в 1834 году. Правда, тогда оно располагалось во дворце Чернышова, около Синего моста, и называлось «Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров». После произведения в корнеты, помимо службы, Лермонтов много сочиняет, рисует и славится меткостью острот. Но он всегда искренне спешил извиниться за свой чересчур распоясавшийся язык. В 1837 году его стихи в списках разлетятся по всей стране. Прочитав «Смерть поэта», Николай I заметит: «Приятные стихи, нечего сказать. Я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он, а затем мы поступим с ним согласно закону». Лермонтов будет сослан на Кавказ. Через год он возвратится в Петербург, где сразу же попадет в пушкинский литературный круг, познакомится с Жуковским, Вяземским, Плетневым. А великосветские дамы будут просто не спускать с него глаз, терзаясь догадкой. То ли Лермонтов создал демона, то ли дух зла Лермонтова. 18 февраля 1840 года на Черной речке состоится уже дуэль Лермонтова с Эрнестом де Барантом, сыном французского посла. Когда шпага поэта сломалась, секунданты достали пистолеты. Барант выстрелил первым и промахнулся. Лермонтов же выстрелил в сторону. И снова арест, суд и ссылка на Кавказ. Он участвовал во многих боях, всегда первый на коне и последний на отдыхе, в том числе и сражении при Валерике. За проявленную храбрость многократно представлялся к боевым наградам, но Николай I каждый раз вычеркивал его фамилию. В 1841 году он приедет для лечения в Пятигорск, где у него много знакомых, а также товарищ по юнкерскому училищу Николай Мартынов. Правда, военная карьера Мартынову по ряду причин не удалась, и он щеголял здесь в кавказском наряде, не скрывая своей обиды на весь свет. Во время музыкального вечера Лермонтов, наклонившись к сидящей рядом с ним даме, шутливо сказал: «А вы будьте осторожны с этим опасным горцем с большим кинжалом, такой и убить может». Мартынов услышал его слова, и разразился скандал, который привел к дуэли. Мартынов быстро шел к барьеру. Лермонтов снисходительно улыбнулся и поднял над головой руку с пистолетом, чтобы выстрелить вверх. Пуля Мартынова, пробив грудь, сразила поэта наповал. Лермонтов прожил 26 лет и написал роман, почти 400 стихотворений и около 30 поэм. В его записной книжке найдут ставшие последними стихи «Морская царевна», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу». «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить».